Если вы хотели узнать погоду, какая сейчас в Турции в октябре, сейчас 7 октября, смотрите, пляж Клеопатры в Алании в Турции, просто с большими волнами. Да, тепло, люди загорают, людей много, некоторые пытаются купаться, на волнах даже, но волны просто огромные. С детьми, конечно, сейчас не покупаешься. Напишите в комментариях, кто купался в Алании осенью, в октябре. Понравилось, не понравилось. Вот только посмотрите, какие здесь волны. Волнище просто. Люди, некоторые даже пытаются купаться. Некоторые просто около края стоят и отбегают. Честно, в таком море очень опасно купаться. На этом обзор пляжа Клеопатры в Алании заканчивается. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь, вас ждут интересные выпуски. Всем пока-пока!